Второе, мега, эфир, 3, 2, 1, пуск. Друзья, ребята, уважаемые партнеры, гости, новички, всех рад приветствовать. Как ваш настрой? Как настроение с утреца? Как проходит ваша неделя? Сегодня середина недели, классная дата, сегодня 8 февраля. И, ребята, мы сегодня решили с Женисом, с Максимом, с Андреем Прохоровым, с Ларисой, с ребятами открыть новый формат. Именно в Money Magnet будет новый формат утренней планерки, утренний кофе-брейк, утренние летные школы. И в этой истории могут участвовать абсолютно все ребята, активные ребята, у кого есть что рассказать, кто хочет поделиться полезностью, дать ценность нашему сообществу, нашей компании, нашим командам, нашим ребятам-партнерам. Поэтому, друзья, а мы сегодня начинаем, это дебют, это вот этот формат именно летной школы, утренний кофе, а поэтому формат будет очень веселый, короткий, мощный, чтобы дать вам драйва, дать вам энергии, зажечь вас на новый день. А обычно в конце дня мы уже финалим, или Максим проводит технические школы, или же один из партнеров или админы будут проводить презентации. Ребята, друзья, я вас рад приветствовать и поздравляю с дебютом, с нашим новым форматом. И сегодня, ближайшие полчаса, может быть, чуть больше, ребята, будет очень крутая история, очень интересная история, даже две истории будут. То есть мы поделимся своим видением, своей историей. И именно в центре всей нашей сегодняшней планерки, конечно же, будет крутой парень. Его зовут Женис, и в переводе с казахского на русский переводится как чемпион, как победитель. И действительно, как назовешь корабль, да, он так и поплывет. И вот эта история крутого парня, сегодня вы ее услышите. Как за короткий промежуток времени делать результаты, как правильно строить бизнес, как делать это на лайте, как это делать просто с большим удовольствием. И, друзья, сейчас давайте так, я сейчас смотрю, видно ли, слышно ли, все ли четко, еще раз проверим звук. Нас почти 90. Супер, супер, супер. Нас почти 90 человек. Это просто классно, круто. И мы вас, ребята, не разочаруем. То есть хочется, чтобы вы сейчас зажглись, чтобы вы подняли себе настроение. От вас что нужно? От вас сейчас нужно хорошее настроение. Можете взять сок, кофе, печенюшки, можете там взять блокнот и ручку, тоже будете подсекать и записывать. Договорились, ребята? Так, и, ребята, давайте, прежде чем пойдем дальше, давайте я буквально представлюсь, кто меня еще не знает. Меня зовут Алтай Алим, мне 53, живу в Алматы и в прошлом профессиональный военный. В 91 году закончил воздушно-десантное командное училище, затем служба, дальше больше, потом в запас ушел и 20 лет я занимался традиционным бизнесом, строил большие товаропроводящие сети с товарооборотом больше миллиона долларов в месяц. А сейчас несколько бизнесов у меня, но 19-й год, если вы помните, когда пришла корона, когда пришел коронавирус, эпидемия, начались локдауны, да, это был грозный сигнал для офлайн бизнесменов, потому что упали объемы продаж, доходность упала. То есть много-много всего было. И тогда я начал смотреть, думаю, надо диверсифицировать бизнес. Часть активов начал выводить уже в криптовалюту, часть активов начал смотреть именно в онлайн-историю, потому что в традиционном бизнесе я уже заработал миллионы и сделал колоссальные результаты. Но всегда была идея такая, именно в онлайне сделать свой первый миллион. И в 2019 году я принял решение и в этом направлении начал двигаться. То есть и начал двигаться, и благодаря тому, что были хорошие наставники, а Женис – это мой друг, это мой бизнес-партнер, это мой наставник, он как раз вот дал мне первые шаги, когда вот человек, который абсолютно был отрицалом сетевого бизнеса, то есть к тем людям, которые были сетевого, я относился как бы, немножко предвзято. То есть я бизнесмен, я предприниматель, туда-сюда, да. А тут вот сетевики, там пирамида, лохотрон. У меня такое впечатление, такие были неправильные, понимаете. И именно благодаря Женису он вправил мне мозги,
направил, и потом я уже влюбился в сетевой бизнес, потому что я понимаю, что эта модель, вот с каждым годом убеждаюсь, что эта модель, она самая крутая, она самая лучшая. И если сейчас вопрос будет стоять сетевой бизнес, построение команд, партнерский бизнес или же реальный офлайн бизнес, конечно, вот офлайн бизнес — это печальная история, тем более сейчас, когда ситуация непростая, да, санкции, войны, катаклизмы какие-то, да, то есть, конечно же, самая тихая гавань, самое крутое место – это онлайн, это интернет, и именно здесь я все-таки считаю, что в 2019 году правильное решение принял, начал двигаться. Единственное, мой опыт был неудачный, когда я пришел, первый проект, как раз тогда я уже услышал про Андрея Прохорова, про Максима Сабурова, они уже были такие монстры, да, автоматизаторы бизнеса, я на них смотрел с такой... такой доброй завистью, да, потому что у них были результаты, они были топами в своих компаниях с миллионными чеками, и я тоже решил, что, ну, дай попробую, да, вот, подвигаться, да, то есть, началось с того, что я неудачно настроил, почему я пришел в Telegram, и почему вся эта история крутится вокруг Telegram, и почему нас Telegram объединил, ребята, именно эта история в 2019 году началась. Когда я неудачно настроил рекламную кампанию в Фейсбуке, мы забанили мой аккаунт в Инстаграме, и такой раз, и думаю, блин, а как, где брать партнеров-то, да, то есть уже все было настроено, и тогда я первый раз познакомился с Телеграмом, и именно Телеграм позволил мне прям с первого раза, не знаю, как это получилось, но создать команду почти 4500 человек, и я влюбился в Telegram. Второй проект опять выстрелил, да. Третий проект, четвертый проект. И в 2019 году я познакомился с Женисом. Вот тогда, благодаря Телеграму. И дальше уже было не только знакомство, уже дружба была. С семьями начали дружить. На свои семейные мероприятия начали уже. Вот Женя в том году сына женил. Я к нему на свадьбу прилетел. И представляете, вот после 50 познакомиться с человеком, это знакомство превратилось в такую крепкую мужскую дружбу, и вы видите, вот сколько проектов мы с Женисом поднимали, везде есть результаты, везде большие команды, везде большие структуры, и этот наш дуэт, он, в принципе, такой, знаете, ну, классный, и мне лично нравится вот этот вот формат, и я благодарен Женису, потому что у него многому научился, и он свою историю тоже сейчас будет говорить, и почему, ребята, Telegram, потому что, вот опять же, да, я вижу, что Максим с Андреем, с Ларой делают супер результаты в Telegram. И была идея, блин, вот хотелось бы какой-то хороший проект, да, чтобы вот раз и подхватить, и чтобы все вместе были. И, знаете, вот небеса услышали меня, да, Творец услышал. И перед Новым годом как раз пришла информация. Я благодарен Андрею, он пригласил на встречу, говорит, слушай, крутая движуха намечается, и давай вместе сварим нормальную кашу, вкусную, да, и показали идею. Я говорю, блин, Андрей, ну круто, Макс, классно, давайте, что нужно делать, да. И дальше вот эта идея родилась, и принял решение, зашел сразу в состав учредителей компании, стал одним из админов нашего любимого Money Magnet. И, ребята, вы сегодня, ну, месяц – это небольшой срок. Мы стартовали 5 января, сегодня, получается, чуть больше месяца. И, конечно же, эта история будет не обо мне, а о тех ребятах, которые пишут историю нашей компании, о тех ребятах, которые своим трудом, своим уверенностью, да, своим профессионализмом показывают, что вот выбор был правильный, что именно наш проект «Денежный магнит» – это именно та точка, та площадка, на которой ребята, в принципе, да, вот в такие непростые времена, объединившись, могут делать просто сумасшедшие результаты. И, конечно же, ребята, я сейчас хотел бы уже вам представить нашего гостя, нашего чемпиона, моего друга, моего наставника, человек, который очень сильно поменял мою жизнь именно в плане сетевого, помог мне полюбить эту индустрию, эту сферу, познакомил меня с очень крутыми людьми, научил правильно работать. Ребята, я хочу сейчас вам представить моего друга, партнера, наставника Женя Скопасов, город Кокшетау, Республика Казахстан. Женис, я тебя приветствую. Приветствую. Да, хорошо представил. За парня тебе отдельное спасибо. Под 58 лет человеку парнем обозвать, это круто. Да.
Всех приветствую, дорогие друзья. Очень рад. Что-то даже волнительно, как бы, вроде бы не первый раз. Сегодня что-то так, что-то так напромутировал. Максим, тебе отдельная благодарность. Да, очень рад видеть всю команду. Все, почти практически все лидеры здесь. Ну, это здорово. Это очень круто. Так, ну, давай этот, Алтай, как, сценарий бойша. Как у нас там мы? Что нам нужно? Мы сегодня коротко, потому что утренний кофе-брейк это не обед, да, это не ланч, поэтому мы быстро, коротко, самое главное, раскроем. У нас эти встречи будут продолжаться, поэтому, Алтай, давай начинаем. Женис, смотри, да, я просто посмотрел статистику, больше 110 человек, ну это круто для утреннего эфира. И, конечно же, сразу вопрос такой в лоб нашему чемпиону. Женис, вот я... Когда пришел, я для себя решение принял Money Magnet двигаться. Но прежде чем тебе предложить, я тоже думаю, блин, пойдет, не пойдет, да, вообще идея не зайдет, потому что ты-то уже стрелянный воробей. Ты с 98-го года в сети, и почему ты принял решение двигаться в Money Magnet? Вот у меня до сих пор, да, вопрос такой. Расскажи, пожалуйста. Ну, смотри, Алтай, ты правильно подметила, что я с 98-го года, но я уходил на 10 лет из сетевого бизнеса, я вернулся вот накануне пандемии, здесь все уже поменялось, и даже вот с этого времени уже сколько компаний прошли, да, с тобой в том числе, и ты когда пригласил на встречу с Андреем Прохоровым, да, вот я благодарен за ту встречу, Ты так красиво включил меня вообще. В прошлом году хорошо включил вот подарочное движение. Тогда мы были в команде у Максима Gift of Legacy. Ты включил меня, как тебя Максим включил. То есть, да, довел до легенды, сам подарил подарки, и потом просто позвонил, тебе будут подарки. То есть это тоже, почему я вспоминаю, да, для ребят сейчас, это тоже может быть такой, знаешь, вот, инсайт, офер такой. Если есть серьезный человек, и вы знаете, что он за вами не пойдет, ребята, вы должны четко понимать, сильные лидеры, ну, просто так они не пойдут. Ну, нужна быть такая вот, как бы, какая-то фишечка, да, какой-то крючочек. И вот Максим тебя так зацепил. Да, и после этого мы с тобой уже как бы вместе, да, второй проект, третий проект, мы были, вот это был те подарочные вот эти компании, это был тренд, да, прошлого года. И вот когда ты, опять же, ты без нажима, хотя ты мог спокойно мне сказать, да, слушай, такая тема есть. Ты говоришь, давай на встречу с Андреем зайдем, послушаешь. Я говорю, ну окей. И Андрей, тут я, конечно, тоже благодарен, он четко показал. Я Андрея знал, как бы, со стороны, но я не был с ним знаком, как ты. Ты, во-первых, мне его дорого продал, ты мне его очень дорого продал. Андрея, Максима-то я знал. Максима я знал, что это серьезный человек, он там с мэрами, с губернаторами двигается, там архитектор, то есть с цифрами дружит. Вот эти вещи. А Андрея я так сильно не знал, но просто был наслышан от тебя. Ну, я думаю, послушаю. То есть вот этот момент очень важный. Почему я каждую деталь сейчас подсекаю. И Андрей, когда начал мне все показывать, да, я, конечно, невозможно с первой презентации все уловить. Но смотри, я что уловил, да. По боту я не спец, вообще не спец. Поэтому по боту я у тебя спросил. Отвечаешь за продукт? Ты говоришь, отвечаю. Крутой продукт, я такого не видел. Вообще, насколько, ты говоришь, я вот понимаю, но я такого не видел. Я говорю, все, окей. И меня еще что зацепило? Меня зацепило вот порядочность админов, да, в этом плане. Сейчас вот вообще абсолютно без леча, я вот, видишь, я с ними как бы, ну, есть ты, я и не лезу там. Андрей, Максим, они, я вижу, проводят технические школы, но меня какой момент еще зацепил? Когда Андрей сказал, что админы не имеют права ставить аккаунты, блин, ну мне это вообще зашло. Обычно как, да? Мы же проходили, админы там понаставят всю свою родословную, всю свою челядь, да, там двоюродных, троюродных, там, да, дворовых, псарню, все, а потом заходят, ставят команды, и вот они начинают работать. Здесь этой истории нет, мы это проходили в Gift of Legacy, мы это проходили с тобой в Ubuntu. Здесь, говорит, Андрей мне четко сказал, говорит, здесь, говорит, у нас один аккаунт, и админы не имеют права ставить аккаунт. Мне вот это сильно зашло. Второй момент, что мне зашло, это вот прямо боль болючая для лидеров любого ранга, здесь есть деньги,
на всю глубину, реферальные выплаты, понимаешь? Этого нету ни в одной матрице, этого нету ни в одной дарилке. И здесь, если ты хочешь, ты будешь зарабатывать денег. Вот прям честно, как положено, каждый цент это твой заслуженный цент. Каждый доллар это твой заслуженный доллар. Потому что если лидер без денег, у него пропадает мотивация работать с глубиной. Поэтому я тебе благодарен, хоть ты админ, у тебя нет аккаунта, ты со мной проводишь зумы, ночь, полночь, мы с тобой проводим разные часовые пояса, вот, и я вижу, и здесь есть, это Money Magnet, одним словом, это такая классическая сетевая компания, вот настоящая прямо, да, с продуктом, да, вот продукт, как ты говоришь, ну, я тебе верю, да, я тебе верю, я верю, какие отзывы Максиму дают Сабурову, да, Андрею Прохорову, крутой IT-продукт. И хочу сейчас вот момент. Я вот, кстати, этим ботами-то и не работаю. Благодарю тебя, да. Ты меня что-то там настроил, что-то залетает. Я даже их не успеваю обрабатывать там. У меня 20 человек неактивированных, мне до них до руки не доходят. У меня 24 человека в первой линии активированных. И тут 22-23 человека неактивированных. Понимаешь, как бы это? Но четко должны люди понимать, здесь вот есть опасность, вороночка, это не панацея, это не таблетка решения, ну, знаешь, всех вопросов. Это они наполняют тебя трафиком, но надо с ними работать, с ними надо коммуницировать, в любом случае их надо включать, понимаете, потому что по воронке, как правило, люди заходят там на $15 на первую доску, ну, так, попробовать, хотя в этом случае хочется, так и сказать, можешь попробовать там шаурму, мороженое, да, ну, надо двигаться, раз ты пришел. Ну, каждый человек по-своему, видишь, включается. Это холодный трафик, надо четко понимать. И вот я хочу сейчас, не могу не вспомнить про Валду, вот, лидер европейской команды, сама проживает в Германии, но у нее вот, Латвия, Великобритания, там уже Франция пошли. Кстати, Максим здесь присутствует, сразу хочу вот этот момент отметить. Ребята просят, Максим, технические школы на английском языке, мы начинаем оккупировать англоязычную аудиторию. Мы начинаем захватывать франкоговорящую аудиторию. Поэтому, ребята, ну, очень быстро у нас идет. Мы почище ковида будем. Я думаю, этот год это мы о себе заявим. Смело заявляю на всех наших планерках, на таких внутренних командных, что буквально 2-3 месяца и все, очень много людей будут искать нас и будут брать вашу реферальную ссылочку. Для этого вам надо уже быть на достойных позициях, в рангах, не место здесь не место наблюдателям. Потому что в общем чате там два товарища, два господина написали, говорят, стоим на $15 в доске, месяц перелива нет. Ну, ребята, блин, вообще. Мне даже моим тапочкам было смешно. На $15 зашли и ждут переливов. Друзья мои, переливы создавайте вы сами, создавайте команде. Вот команда, опять же, Валды зашла, да, вот Сарма, которая живет в Лондоне, вспоминает наш диалог. Дженис, как быстро я зайду, заберу $200, заработаю. Слушай, сегодня, это 2 недели назад разговор, у нее сегодня чек 1200 с копейком по $1300 за 2 недели. Друзья мои, Валда говорит, мы пришли за инструментом, да, то есть кто-то будет рассказывать, ну, мы оставили команду, оставили там в этой дарилке, в той матрице, там живой, в этой мертвой очереди, мы оставили людей. Друзья мои, вот вы не оригинальны, все прошли по этой дороге, но они скоммуницировались, собрались, и сегодня вот я сейчас говорю про команду Валды. Пришла за инструментом, и потом, когда у нее деньги пошли, она говорит, как, я вообще не понимаю. Тут легко работать, понимаешь? Да, они инструмент ждут все равно, а вы дадите его, но они, не дожидаясь этой воронки, этого инструмента, они сегодня строят команды. Валда сегодня, один человек, сегодня, я думаю, она уже выйдет в ранг золота. То есть Money Magnet – это смелый взгляд в завтрашний день. Да, я вот это вижу четко, потому что, когда во главе стоят профессионалы, мы Андрея с тобой, Алтай, подтягивали на разговор к сильно умным
Один из них говорил, я сам автоматизатор, я автор и прочее, прочее, да, и так далее, и так далее. Один нам вообще сказал, я номер один в мире, и такие есть. Ну, молодец, чувак, высокая самооценка, но не вижу результата по факту. И Андрей приходил на эти встречи, четко-четко он, потому что лучше него никто не знает, да, доцента, никого не хочу, остальных админов оскорбить, обидеть, да. Но я так понимаю, что Андрей – это его детище, он, у него просчитан каждый цент, каждый доллар. Понимаешь, и вот это четко я вижу. То есть есть коммуникация, люди открытые. Максим, какие вот школы проводят технически. Я им говорю, ну заходите, я не работаю. Я сразу говорю, я не работаю с ботом. Вот он пришел, мне что-то кинул. У нас связка другая. Наши планерки на твой YouTube-канал, который у тебя уже раскручено, закидываем, там ссылочка. Все, я благодарю тебя за твой YouTube-канал, я его арендую, использую. И отсюда приходят. И опять же, опять вернусь к Валде. Это единственный человек, который зашел на сразу профессионально на $215. Но почему она зашла на 215? Она прошла по боту, увидела меня, но она знает меня по предыдущему проекту уже как бы. Поэтому она смело активировала сразу три доски. Но другие заходят на $15. Еще раз подчеркиваю. Здесь все очень круто. И если здесь, я не буду дальше вот расшифровывать, давай, можно долго говорить. Money Magnet, это, ребята, это инструмент зарабатывания денег. Честных денег, прямо вот таких благородных. Давай, Денис, ответил. Благодарю за классное вступление. Ты правильно подметил. Я лично считаю, я влюблен в Telegram, и Telegram это самая лучшая площадка для автоматизации. И пример Валды, она именно пришла к нам по воронке. А дальше ты уже ее зажег, включил, и на сегодняшний день она, конечно, топчик. И, Женя, у меня вопрос к тебе. Смотри, как ты сделал, да, за 30 дней, вот, буквально 3-4 дня назад мы тебя поздравляли с таким супер результатом. Чек номер один в компании, $8400. Закрыл три статуса, серебро, золото и платина. То есть, по факту, каждый десятый день ты закрывал по статусу. Вот ты можешь рассказать поподробнее, дать совет, вот, как ты это делаешь, каким образом? Может быть, у тебя есть какой-то секрет, какая-то фишка? Поделись, там, прям без дураков, прям по-настоящему. Вот ты уже ответил сам, да, секрет не секрет. Надо здесь, ну, двигаться, 30 дней, да, дедлайн поставил команде. Даже не дедлайн, я никого не могу заставить. Я просто рекомендовал 30 дней без дураков. Да, вот каждый день одни и те же действия. И все. Это же, конечно, не я один сделал. Это благодаря команде, да, вот Зоя Упилкова, Елена Гребенцова у нее в команде, да, та же, ну, Валда, Сара. То есть всех перечислять. Просто идет коммуникация каждый день, каждый день. И самое эффективное, мы сразу их обучаем, не дожидаясь воронки бота, список звонок встречи. Онлайн-встреча, на земле, вот Зоя проводит в Киеве там встречи, несмотря на вот эту сложную ситуацию. У ребят часто отключают электроэнергию, нет интернета, ну просто шляпу снимаю перед друзьями. А Валда и команда, они, ночная смена, 5 часов разница. То есть четко, как я всегда транслирую, у меня есть отношения, я увидел, да, мне некогда ждать переливов. Да, я начинаю выстраивать, потому что, ну, это мне надо, это не тебе надо, это не Максиму надо, не Андрею Прохорову надо, да, это мне надо. Поэтому есть отношения, да, знаешь, формула успеха, которую я постоянно транслирую, отношения и есть действия. Каждый день. И здесь не надо, когда мы с тобой в предыдущих проектах всегда ставили 90-дневку, да, призывали всех на 90 дней. Здесь в три раза короче срок. 30 дней, друзья мои. 30 дней без дураков, как положено. Себя не обманешь. Ты можешь обмануть кого угодно, вышестоящего, нижестоящих, да, рефералов своих. Но себя не обманешь. Вот. Поэтому вот я привел сейчас пример Сармы. Человек за 2 недели под $1500. Надо было, есть правильное отношение, есть действие. Вчера ночью, уже поздно ночью по казахстанскому времени, зашел на Zoom, Зоя проводит. Слушай, офигеть, я там столько инсайдов поймал. То есть мы обучаемся, секрет на самом деле простой, потому что в команде нету, вот новички, они все условные, в кавычках, понимаешь, все по факту уже матерые, там, за плечами стаж там 15-20 лет, да, 25 лет стажа.
И просто пришло время монетизировать, да, вот, вот сложились пазлы, да, вот есть нормальная компания, которая дает нормальные, прямо жирные-жирные такие профиты, как вот во время встречи вот с командой Валды мне из Лондона женщина задала вопрос, говорит, откуда такие выплаты, да, сумасшедшие прям, ну, правда, мы говорим, а мы даже об этом уже сами забываем, что на самом деле выплаты шикарные, но здесь не состоится только ленивый, да, вот по своей собственной вине, которые вот ждуны, да, которые будут, такие тоже будут, ну, это наша жизнь, таковы реалии жизни, такие тоже будут. Нет ничего идеального в этой жизни, но те, которые осознанно сюда двигаются, приходят, имеют какие-то амбиции, хотя бы небольшие амбиции, они это сделают однозначно. И маркетинг здесь, да, маркетинг-план здесь какой крутой. Золото, первое золото в компании, в истории компании, это же не я, это даже не мой личник, это личник моего личника, то есть... Второй уровень. Ангелина Филатова, город Москва. Браво, да? Вот она первая сделала. То есть о чем это говорит? Все продумано настолько лояльно, настолько все честно. Нету понятия. Я первый пришел, теперь я царь горы. Не, нифига. Если ты сильно расслабишься, да, там будешь кайфовать, снизу будет вылетать без проблем. Даже по чеку, да, вот опять. Ну, Сарма на $100 сегодня больше заработала Валды. Хотя Валда, ее планер, да, ее куратор, слушай, и мы умеем радоваться, нас жаба не душит, я искренне радовался за Ангелину, она говорит, ой, ну что ты же не сказал, такой, блин, мы хорошие, я бы подождал, я говорю, все нормально, Ангелина, все нормально вообще, через 10 часов я стал золотом, все нормально, через 2 часа после меня стало золотом личник Ангелины, то есть уже третий уровень, ты понимаешь, здесь что происходит, здесь так все сложно, здесь так все устроено, ребята, как потопал, так полопал, если у тебя нет денег, это спроси себя, да, ни с создателя, ни с админов, ни с маркетинг-плана, да, вообще ни с инструментов, людям это надо было. И здесь на самом деле это очень круто, стратегия, да, стратегия 3, 9, 27, 39 человек, и ты платина. Тут не надо армию, да, на самом деле. 39 человек в команде у тебя на трех уровнях, и ты в ранге платина, понимаете, друзья мои. И ты вышел на первый пассивный доход. Вот оно что. Ну что такое? Бот мне отправляет и отправляет. $80, $5.25, $8. Извини, я тебя перебью. Как раз вот, да, вот пользуясь случаем, смотри, Женис, ты пишешь историю компании, ты первая платина. Вот твои эмоции, да, что ты сейчас чувствуешь, что ты вот видишь, да, вот став платиной. Расскажи вот здесь вот, потому что для многих это эфемерное такое, ну, платина, да, такое, как бы такое, ну, непонятно что. А вот ты уже на платине, и ты видишь все это изнутри. Расскажи вот свои эмоции. Ребята, эмоции какие? Эмоции кайфа, без горячительных напитков, без дозы наркоманской. Кайф такой, да, вот, ты просто спишь, да, ты спишь, ты ешь, ты гуляешь, а тебе приходит летать деньги. И это надо учитывать, что 70% команды сегодня стоит на маленьких досках, на предварительных, да, там, $80 прилетает со второй доски, где номинал $50, и $5.25 с третьей доски, где 150, но уже 10 человек уже на четвертой доске, где стоимостью $500, представь, да, через месяц, когда команда уже будет на четвертой, 500, на пятой, $1500, реферальные-то совсем другие будут, там уже в десятки раз больше, друзья мои, вот это вот, мы поэтому постоянно как бы транслируем на своих планерках, на своих зумах, 3-9-27, мантра, да, молитва, да, 3-9-27, спишь 3-9-27, встал 3-9-27, кушаешь 3-9-27, занимаешься сексом 3-9-27, понимаете, сразу предупреждайте супругу или партнера, что это не количество, да, а это вообще я о своем, понимаете, извините, может кому-то опять слух режет, но я образно говорю, чтобы это не было так прям занудно и тоскливо, шучу, конечно, просто, ну, это была идея фикс.
3927, да, вот понимаете, это все, вот эти же все аффирмологи, они же трактуют, да, там говорить тебе 100 раз, там что-то я богатый, я миллионер, прочее, прочее. Слушайте, я не знаю, это работает или нет, потому что просто проговаривать смысла нету, нужны опять действия. Но здесь вот 3927, и делайте 3927, и будет вам счастье, и будет вам пассивный доход. Я просто кайфую, понимаете, ощущение, эмоции, космос. Слушай, это за 30 дней. 30 дней, да, 30 дней, не 300 дней, да, да, не 90 дней, 30 дней, первый пассив. И я знаю, сегодня сейчас следом за мной, Инель Мирославская, как про нее не рассказать? Слушай, день рождения, да, у нашей красавицы день рождения, 4 февраля. Все, она говорит, я хочу подарок себе на день рождения, ранг золота. Все, и она же так сама просто не может, я не могу сделать платину, если не будет... Лены не будет, да, Инель не будет, Сары, вот, которые мои первые. Сегодня Валда, Зоя Упилкова сейчас станут, да. Также и Инель не могла стать без Алисы, Светланы, Натальи. То есть, знаете, ребята, ну все взаимосвязано. И поэтому вот эти ощущения. Сегодня я делюсь, транслирую, я им сказал, Инель, говорю, знаешь, мне платина там не из-за $300 премии, даже бонуса, да. Я просто хочу понимать. Мы с Алтаем говорим на планерках, что в день от 50 до 150 долларов там на пассиве, на реферальных, без бонусов подарочных. Ну, хотим посмотреть. Мы так говорим, это в теории. Понимаешь, Инель? Иногда я понимаю. Я когда вот это прочувствую, я тебе буду транслировать. Я всем буду транслировать, чтобы вы к этому пришли. Сегодня я это транслирую. Ребята, в первый день накапало $136 чисто реферальными. Вот по доллару 8, по 5,25, там на вот как раз Валда пришла на четвертую доску, там $48 прилетело. Друзья мои, блин, это работает. И здесь это ощущение, вот, ну, знаете, удовлетворение. Нет, ну, не вот этого. Еще рано почивать на лаврах, потому что здесь маркетинг-то грамотно продуман. Сейчас раз Инель выйдет на платину, все, этот разница $15 пропадает, понимаешь? И эта система говорит, не расслабляйся, еще рано расслабляться. Понимаешь, есть мотивация, да. Следом там, допустим, сейчас Елена выйдет, платиной, блин, станет. Все, значит, мне надо что? Вроде бы и к Рубину ближе, но опять же, да, чтобы не расслабляться. Все очень круто, все на динамике построено. Поэтому, ну, класс, класс, класс. Благодарю тебя, что ты меня познакомил с Андреем, привел на встречу с ним. Я кайфую. Я знаю, что у всех будет хорошо. Я точно вижу, что вся моя первая линия, которая меня сейчас слышит. Ну ладно, потом дальше расскажу. Что у нас? Женя, да, продолжение расскажи. Какие планы у тебя с командой дальше? Что ты планируешь? Как ты планируешь? Погоду, да? Вот, ну, месяц уже есть, да? Классный результат. А вот квартал, полгода, год. Поделись планами. Смотри, на 8 марта вчера на планерке... поставлен дедлайн, да, как у нас в казахах говорят, да, проси верблюда, получишь барана. Дедлайн такой поставил, что все мои, которые в ранге золота и которые еще только станут сегодня-завтра, на 8 марта девочки себе, ну, сделают подарок, ранг рубин, понимаешь, да, вот, то есть это же можно, это же делается. Помнишь, я рассказывал, здесь не только же нашей команды, есть и параллельные команды. Наша команда знает, я приводил пример с этим американским бегуном Роджером Баннистером, который 1 милю пробежал за 4 минуты. До него никто не мог вообще в истории человечества. Но как он это сделал? Он сперва это в голове. Ребята, ну, нарисуйте себе в голове рубин 8 марта. Ну все. А потом начинайте тренировать мышцы, да. Вот как Роджер Баннистер. Он в голове нарисовал милю за 4 минуты. А потом начал тренировать тело. И он пробежал. И смотрите, что произошло. В течение 2 лет после него 37 человек повторили этот рекорд. 37 человек. То есть у всех в голове сидело, это невозможно милю за 4 минуты пробежать. Чувак пробежал и 37 человек повторило. Ну вот, чувак за 30 дней сделал платину, да, значит, кто-то может сделать это теперь в короткую, да, за 20 дней, побить этот рекорд, да, рубина сделать. Ну, ребята, я всегда говорю, все в голове, все у нас в голове. Наши удачи, неудачи, все в голове. Поэтому
все просто. Все, кто меня слышит, они за мной. Я четко понимаю. Я и говорю, до бриллиантового ранга не все дойдут. Вот не все дойдут. Но даже если ты придешь до платины, придешь на рубин, друзья мои, ты столько иксов поймаешь. Вот, даже вот, ну, по моему чеку, да, вот. Да, зарабатывали мы и больше, но вот этот чек, он очень вкусный, что я даже не заметил, он как-то вот бам-бам, каждый день что-то приходит незаметно, и накапала такая цифра красивая. И самое главное, не только у меня, ты же вот классно сделали, да, вот только мы с Инель, опять же, проговаривали, она говорит, там, ну, там, в одной матричном проекте, там, они каждый день поздравлялки, открыточки, надо сказать, надо, бамс, все, друзья, админы выпускают, да. Все, там, $13, окей, $52, все, и ты видишь, лента, да, и у людей растут чеки, там, уже, сегодня вот, Занда здесь, да, Занда, а я прямо, она только недавно зашла, блин, $131, я так порадовался за нее, это же классно, когда команда получает, причем она не мой личник, я вот, смотрите, я даже по именам Инта, да, вот Гинта, Лиене вот зашли, это вот вся прибалтийская команда, да, азербайджанская команда, там, Арифа, Афет, слушай, они что делают? Они вышли уже, Украина, Азербайджан, вышли на Швецию, вышли на Францию, вышли на ту же Великобританию, вышли на Канаду. Друзья мои, срочно нужен перевод технических школ на английском языке. Услышите меня, потому что сейчас пойдет нормально, потому что мы уже выходим на аудиторию, которая не говорит на русском языке, но они интересуются этим инструментом. Поэтому мы на самом деле очень крутая международная компания. Хотя мы еще, как бы, да, я так понимаю, бета-версии, мы даже как бы на предстарте, еще никто особо не разогнался и не разогрелся. Вот. Поэтому вот такая задача у нас с командой, привести их как минимум к тому результату, который есть у меня. Как минимум, да. А как максимум, пусть даже уходит вперед. Часов. Жаба не задушит. Там, кайф. Мне даже, я так хочу, чтобы они ушли вперед. Я тогда уже, этот, хоть ты меня парнем называешь, но мне надо отдохнуть, там немножко кости старые размять. Знаешь, полежать хочется, пока не получается. Ну, как-то так. Женис, да, классный пример дал, да, насчет этого бегуна, который сделал рекорд. И мне сейчас уже интересно, кто же будет следующим чемпионом, кто посмелится побить рекорд Жениса, чек больше $8000 и за 30 дней сделать 3 статуса. Ребята, просто дерзайте. Женис, ты классный пример подаешь. И, конечно же, Женис, у меня вопрос. Вот у нас просто регламент, уже несколько минут осталось, но в любом случае это самый важный вопрос. Вот что бы ты порекомендовал новичкам или же партнерам действующим, или уже ветеранам, да, нашего движения? Вот он в точке А находится, и как ему в точку Б попасть, да, где все шикардос, где крутой чек, где слава, признание, где статусы? Вот твоя рекомендация, Женис. Рекомендация простая. Рекомендацию делают вот Зоя, я рассказывал, да, вчера. Они проводят. Они прям такую школу вчера дала, Зоя дала такую школу с Максимом, да, Тафинцевым, по запуску новичка. Ну, классно, да, я просто хочу повторить ее слова, да, классно. Ребята, даже если вы уже с опытом в других компаниях, здесь пока еще не разобрались, не пытайтесь сами рассказывать. Сразу подключайте вышестоящего куратора, потому что Зоя, насколько она вот мощная прямо, да, вот Валда, да, Инель, это психологи, да, почему я их перечисляю, Лена Гребенцова, послушайте, это люди, которые уже сами, да, могут вести людей, но они постоянно приглашают на свои зумы, они постоянно приглашают на свои эфиры, то есть первые встречи провести, это очень важно, чтобы вы не испортили рынок, да, вот, может, цинично звучит, рынок, свой рынок людей, не испортили, не пытайтесь сами рассказать пока, потому что, ну, вы еще не можете все рассказать, вы еще недопонимаете, даже, Алтай, даже, ну, я же говорю, мы с тобой Андрея Прохорова приглашали на встречу, там, по техническим моментам, когда очень, ну, как человеку казалось, что он очень умный, да, и по факту просто там тупое отрицание было, но, ну, тем не менее. Поэтому надо всегда подключать. Плюс подключать всегда вот на тройные созвоны. Вот это очень важно понимать. Если даже не на Zoom, если человек сильный, вы понимаете. Вот это очень важный момент, чтобы не ваш куратор ждал вот этого чувака,
который вы хотите вести, понимаете, он не должен, ваш куратор не должен ждать. Куратор должен прийти, у него нет времени. Вот. Просто, слушай, я вот попросил, да, Алтая провести встречу с тобой, ну, так я условно сейчас накидываю, да, сценарий, буквально 5-10 минут. На самом деле у Алтая 5-10 минут только есть. И я должен уже сидеть, ждать уже до этого чувака, да, блин, нифига, что за там, крутой перец сейчас придет, да, я уже, все, я уже настроен слушать Алтая. Все остальные, вот это 50% успеха, остальные 50% Алтай уже покажет. А не так, да, что вы с Алтаем ждете, я захожу такой, гусь такой лапчатый, да, весь такой, ну, важняк. Ну, давай, рассказывай там, как космические корабли бороздят просторы Вселенной. Слушайте, ребята, встреча уже провальная. Она уже провалилась, потому что и еще часто совершают ошибку, начинают при кураторе приглашенного так пиарить, там павлин, мавлин, перья вот так, все, да, у меня перья такие, нифига я какой, да, вот, а зачем мне этот Алтай нужен? Я, оказывается, сам, да, вот, помните, как в том мультфильме, такая корова нужна самому, разведите мужика, да, и так далее, да, так расхваливал этот, или как, такая корова нужна самому, пришел мужик продавать, так распиарил, так и меня как распиарить, зачем мне этот Алтай нужен? Вы четко должны четко продавать дорого именно куратора. Вы должны очень дорого продать встречу. Вы должны очень дорого продать мероприятие. Вы должны очень дорого продать техническую школу от Максима, от Андрея. Да? Вы должны продать дорого школу интенсив от Лары Барышу, потому что это админы. Вот это очень важно. Вы должны понимать, что за вас делают работу уже профессионалы. Ваша задача, вот вчера Зоя это четко показывала, грамотно продавайте встречу. Хотя бы, даже вот не компанию, ваша задача минимально продать встречу, да, привести на встречу. И тогда у человека начнет понимание, куда он пришел, зачем ему это надо потихонечку. Вот это очень важно. И самое главное, да, это все техника, но фундамент, база, я с этого начал, отношения. Правильно к этому отнеситесь, вот прямо влюбитесь, да, этим живите, этим дышите. Отношения. И действуйте. Больше нету рецепта, друзья мои, ну нету волшебных слов. Некоторые спрашивают, а что вы говорите, какие фразы говорите, а нету волшебной фразы. Но должна быть энергия такая, вот. У вас должна быть вера в то, в чем вы занимаетесь. Вера вот, в компанию, вера во планеров, да, и это транслируйте, да, потому что я всегда это говорю, ничего нового я вам не скажу, ничего нового вам другие коучи не скажут, я не буду вам сейчас втюхивать мудрость жизни, там, говорить там, как прекрасно, да, что вы путевые или непутевые, это не наша история, друзья мои, у нас каждая встреча имеет прикладной характер, все, нам нужен результат, люди пришли, заработать деньги. Люди пришли решить свои чаяния. Поверьте мне, ситуация во всех странах одинакова. Взять наш Казахстан, Россию, там, да, Латвию, неважно, любую страну, Турцию, хоть где, друзья мои, вот сегодня это везде, вот, к сожалению, абсолютно большинство финансы поют романсы. Вот просто. И вы сегодня те люди, которые вы можете показать эту возможность, да, исправить хроническую, да, дистрофию кошельков людей. Вот это очень важно понимать, да, чтобы кошелек был полный, толстый, пузатый, такой, сытый. Вы это можете показать. Сперва свои кошельки накормите. И здесь все как получается. У вас не получится накормить свой кошелек, пока вы не накормите кошелек ваших приглашенных. Мне вот это очень нравится. Поэтому действуйте, друзья. Действуйте. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Тут никто не виноват. Ни Алтай, ни Максим, ни я, ни Валда, ни Зоя. Да? Если у вас не получается. Все вот эти перечисленные люди, допустим, да, и не только, может, кого-то и упустил, они просто проводники, они помощники, но все остальное зависит от вас. Как вы правильно будете смотреть на эту жизнь, как вы будете смотреть правильно на тот ресурс, который вам дают. Ребята дают максимально все, что могут. Кстати, ни в одной компании я не видел прямо такого, знаешь, прямо так поставленных вот этих обучающих школ. Ну, это просто нечто. Реально. Именно полезность, именно оно имеет прикладной характер. Поэтому, друзья мои, все в ваших руках.
Я все, до первой встречи. Мы и так задержались. Все, пока. Жень, благодарю тебя за мощный эфир, за мощную школу, за очень ценные знания. Ребята, я вас хочу всех поблагодарить за то, что вы были на самой первой летной, улетной школе на кофе-брейке. У нас в гостях был наш чемпион, первая платина нашей компании Money Magnet, Женя Скопасов. Ребята, всех благодарю и до встречи на следующих эфирах. Сегодня в 18:30 я буду проводить по Москве презентацию по нашему суперинструменту. Обязательно будьте сами, пусть будут ваши первые линии, и обязательно приглашайте новичков. Ребята, всех жду, все большие молодцы, всем профита и всем пока. Сейчас, значит, одну секундочку еще, Алтай. Женис, большое спасибо за встречу, за утренний кофе-брейк. Друзья, у нас есть лидерский чат, и, пожалуйста, кто обладает английским языкоречием, да, то есть кто умеет переводить с русского на английский, пожалуйста, пишите в лидерском чате, я буду проводить школу, включу вас, а вы будете переводить, то есть у нас такая будет школа русско-английская, да, где я буду говорить по-русски, вы будете переводить по-английски, и это все будет под запись, и это как раз поможет нашим партнерам заграничным включиться в нашу компанию. Наша цель, чтобы буквально через месяц с каждого чайника свистело имя Money Magnet, денежный магнит. Максим, благодарю. Ребята, супер, здорово, классная утренняя летная школа. Отдельно еще раз хочу поблагодарить Жениса, красавчик, чемпион. Ребята, есть куда стремиться. Рецепт простой. Верьте в себя, верьте в наш бизнес. И у вас будут такие же статусы, у вас будут такие же чеки. Ребята, всем пока.